Сегодня мы находимся на, в российском павильоне на так называемой Терраца Русса. Это самая большая... Хотя зачем я говорю? Пусть Валерия, которая представитель российского павильона, нам все расскажет о российском павильоне. Добрый день, добро пожаловать в павильон России на Экспо-2015 в Милане. Мы очень рады приветствовать всех посетителей здесь. Наш павильон представляет лучшие традиции России. Мы поддерживаем основную тему Экспо «Накормим планету». Мы устраиваем 11 раз в день дегустации традиционных русских напитков на открытой в баре в нашем. Также у нас имеется открытая кухня, где мы устраиваем 6 раз в день дегустацию традиционной русской пищи. Мы угощаем гостей гречкой, различными видами традиционной русской рыбы, сладостями, устраиваем чаепития. Специально для Экспо была издана кулинарная книга, которая разделена на 11 частей, и каждая из частей представляет регион России. В книге можно увидеть не только рецепты, но и традиции, какие-то особенности региона. Очень интересная книга и замечательный подарок для родных, близких и друзей. Символом павильона России является Мишка. Перед павильоном у нас стоит семья Мишки. Да, вот вы можете увидеть прекрасного Мишку. Перед павильоном России прекрасная представлена семья: папа Демишка, мама Демишка и Мишка, конечно же. Также у нас в павильоне есть сувенирный магазин, где можно приобрести матрешек Мишек, Мишек-неваляшек, футболки и весь мерчендайзинг вместе с Мишкой. На втором этаже павильона мы представляем традиции разных регионов России. В данный момент у нас представлен регион Тула. Также у нас имеется великолепная терраса, на которой мы сейчас находимся. Главная идея террасы – почувствовать себя в России, когда ты поднимаешься на террасу. Здесь можно попробовать настоящие русские напитки, специализированные коктейли, тоже стилизованные под Россию, и увидеть цветы, которые также представлены в России. Ну, я помню, когда Владимир Путин приезжал на День России на Экспо, он сказал, что Россия способна накормить весь мир, то есть по способностям. Вот сейчас мы видим, что, по крайней мере, российский павильон – это единственный павильон, который может накормить все Экспо, несмотря на 150 тысяч посетителей в день в Экспо и более 50 тысяч посетителей в российский павильон. Всех мы кормим, и все остаются довольны, мне кажется. Мы стараемся. Allora, Irene Patrignani, coordinatrice stampa del Padiglione Expo della Russia qui a Expo Milano 2015. Siamo verso la fine di questa bella, diciamo, esperienza. Dati è un po' un bilancio di quella che è stata questa bella avventura per il Padiglione Russia. Ha detto bene, è proprio stata una gran bella avventura. Ancora mancano una ventina di giorni, quindi il vero bilancio sarà anche quello che rivelerà i premi ai vari padiglioni da parte di Expo e del Bureau. E per noi personalmente è un successo, perché tantissimi visitatori escono con il sorriso da questo padiglione, entrano magari con poche aspettative, ma ne escono contenti di questa esperienza. Credo perché sia da un lato educativa, e quindi si può veramente imparare qualcosa di nuovo visitando il padiglione Russia, e anche perché è ristorativa, non so come dire. Infatti il padiglione Russia è uno dei pochi che offre anche sia bevande che degustazioni gratuite di pietanze. Questo perché un po' per simboleggiare l'animo generoso dei russi, ma anche per far aprire un mondo ai visitatori e far scoprire alcune delle pietanze che comunque dovevano essere presenti in un tema come quello di Expo. Non è l'unico lato della medaglia. Al padiglione Russia il tema è quello principale, quello della sicurezza alimentare, quindi far riflettere sul ruolo, sul grande ruolo che la Russia può dare, che la Russia gioca nel dibattito affrontato da Expo, che è quello della sicurezza alimentare, e quindi il contributo che la Russia può dare aumentando il suo potenziale produttivo e poter quindi produrre più cibo per tutti gli abitanti del pianeta. Feedback della gente che ha visitato in questi mesi il padiglione, le impressioni?
Come dicevo, sono molto soddisfatti. Nostra, abbiamo un team che lavora anche sui social media e vediamo tantissima interazione sia sul canale YouTube, Twitter e Facebook, Instagram, siamo molto seguiti, il padiglione dell'Unione Europea ci ha nominato come miglior comunicazione a Expo, il che ci ha reso molto orgogliosi, e in generale molti, sia Expo che gli stessi visitatori, ci dicono che siamo molto attivi sia a livello di iniziative culturali, ma anche quotidianamente nelle nostre attività quotidiane che si possono fare al padiglione. Quindi il bilancio è positivo, decisamente. Bene, allora ci vedremo in Kazakistan nel 2017. Speriamo di sì, tra 2 anni. Bocca al lupo, grazie.